Нұрытан партиясының сайлау алды тұғырнамасының әлеуметтік саладағы негізгі бағыттары жаңа әлеуметтік саясатты қалыптастыру, азаматтарды өнімді жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және лайықты еңбек етуге жағдай жасауға бағытталған. Осы сайлау алды тұғырнамасын орындау барысында Қазақстан Республикасының үкіметі ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап әлеуметтік шаралар пакетін енгізуге дайындады. Ол зейнетақы мен әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыруды, сондай-ақ азаматтық қызметшілердің лауазымдық қызмет ақысына ай сайынғы қосымша ақыны енгізуді көздейді. Бұл шаралар 4000-нан астам әлеуметтік төлем алушылар мен 1,5 миллион бюджеттік сала қызметкерлеріне арналған. Екіншіден, зейнетақы мен қамсыздандыруды жаңғырту тұжырымдамасы әзірленуде. 2015 жылдан бастап азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеудің жаңа үлгісін енгізуге дайындауда. Мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны ратификациялау шараларын қабылдауда. Әлеуметтік қолдау жүйесінде шартты әлеуметтік төлемдерді көшіруді жүзеге асыруда. Ағымдағы жылы Ақмола, Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында әлеуметтік төлемдерді аз қамтамасыз етілген отбасының еңбекке қабілетті мүшелері белсенді бағдарламаға қатысқан жағдайда тағайындау бойынша пилоттық режимде сынақтан өткізілуде. Уважаемые участники совещания, глава государства отмечал, что самая лучшая социальная поддержка – это занятость населения. Реализация этого направления к правительству с 2011 года реализуется программа «Дорожная карта занятости». Основные итоги были доведены, значит, были определены. Хотелось бы остановиться только на два, значит, основных показателя. За эти 2,5 года программы охвачены 267 тысяч человек, 153 тысячи человек направлены на постоянную работу. Сегодня, по данным Государственного центра по выплате пенсии, из лиц, 72% лиц, которые направлены на постоянную работу, перечисляют ежемесячно обязательные пенсионные взносы. Одной из приоритетных групп, значит, контингента, который привлекается сегодня в дорожную карту, является молодежь. На сегодня дорожной карты, значит, охвачено более 148 тысяч участие молодежи в возрасте до 29 лет, или же 56,6% лиц, которые это 56,6% от общей численности. Если посмотреть по направлению программы, в этом плане сложилась следующая ситуация. В рамках первого направления реализации инфраструктурных проектов трудоустроены около 5000 молодежи. Из них 77,6% направлены на востребованные рабочие профессии. Средняя заработная плата участников программы составила 47 тысяч тенге. В рамках второго направления программы 3273 молодых лиц до 29 лет получили микрокредиты. При этом молодежь включается в предпринимательство по разным направлениям. Из общей численности лиц, получивших микрокредиты, около 2000 получили микрокредиты на развитие животноводства, 107 на открытие станции технического обслуживания, 76 на открытие пекарен, и около 80 молодых людей открыли различные цеха по переработке сельхозпродукции. На сегодня в рамках второго направления более 13 тысяч человек зарегистрировались в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей. В их числе почти 2000 молодые предприниматели из числа лиц, получивших микрокредиты. Третье направление программы – это обучение либо добровольное переселение с последующим трудоустройством. На сегодня обучение в рамках дорожной карты занятости завершили 23 тысячи участников, в том числе более 2000 по специальности электросварщика, более 1500 человек приобрели специальность оператора вычислительной техники, более 1000 на электрика, и еще 2000 участников отучились на механика и тракториста. После завершения обучения трудоустроено 16,5 тысяч молодых людей. Для закрепления навыков и умений, полученных в процессе обучения, как в рамках дорожной карты занятости, так и по другим активным программам, молодые лица направляются на молодежную практику и социальные рабочие места. Этими механизмами было охвачено 74 тысячи молодежи. В текущем году с 1 апреля
совместно с Министерством образования и науки в пилотном режиме в 4 регионах внедряется профессиональная ориентация. Ею будут охвачены выпускники общеобразовательных школ, не поступившие в учебные заведения и претенденты на участие дорожной карты занятости. Надеемся, это позитивно повлияет на выбор профессии, обучение и последующее трудоустройство в первую очередь молодежи до 22 лет. Кроме того, совместно с Министерством образования и другими заинтересованными государственными органами начата масштабная работа по созданию национальной системы квалификации. Она направлена на совершенствование системы профессиональной подготовки и обеспечение ее связи с производством. В период до 2020 года для учета и прогноза потребностей на рынке труда в конкретных специалистах будет сформирован новый классификатор занятий вместо действующих ЭТКС и КС. Разработаны профессиональные стандарты, отражающие требования работодателей к уровню образования, навыкам и умениям специалистов. Они должны быть разработаны отраслевыми советами, состоящими из работодателей, уполномоченных органов и профсоюзных организаций. Затраты на разработку профессиональных стандартов финансируются из республиканского бюджета. На базе профессиональных стандартов будут разработаны образовательные стандарты и программы обучения, а также внедрена сертификация уровня образования, навыков и умений специалистов на соответствие их профессиональным стандартам. С конца прошлого года мы начали обучение по вашему поручению, Сергей Владимирович, акимов сельских округов и работников центров занятости. Сегодня завершается уже третий этап этого обучения. В этом, в отличие прошлого года, мы привлекли на обучение непосредственно работников местных исполнительных органов, где успешно реализуется эта программа. И вот эта работа позволила нам обеспечить, с одной стороны, обмен опытом между регионами, а с другой стороны, провести обучение для того, чтобы еще более информировать то население и молодежь, которых нужно будет вовлекать в программу дорожной карты занятости. У меня все. Спасибо за внимание.